пончик, друзья. Да что там, мне кажется, он даже больше сотки весит. Вообще круто. Вот, видите, змея вылезла, греется на солнышке. Вот она. Дорогие друзья, всем привет! Мы снова на копе. Я с Илюхой сегодня. Привет! В общем, уже что-то нашел. Да. Приехали, в общем, мы на ферму. Находки тут точно есть, это я вам гарантирую. Смотрите, я уже нашел вот такую вот колодку. Багор. Самый кончик багра. И вот у Лихи что-то тут. Только тут лед. Еще лед. Ну да, не взять. В общем, сейчас мы будем ходить, искать. Все, что попадется, я обязательно вам покажу. Ну что ж, не будем долго болтать, а приступаем к делу. Погода сегодня вообще вова такая. Ходим, собираем железки. Вот тут уже всяких разных найдено. По мелочевке, но они все тяжеленькие такие. Вообще клево. Сегодня, чувствую, будем с металлом. А еще от машины. Вот машина. Вот здесь я и копаю. В общем, вообще здорово. Конечно, тут знаешь, сколько металла. Эй, как зовут-то это был? Скай, Скай, привет, привет. Вал, вал нашел. Нормально. Можно бицу покачать. Но. Похоже, друзья, труба. Сейчас посмотрим, конечно, насколько она длинная. Вот она труба. Оп. Не, тяжело. Не? Ну во. Опа. Опа. У меня сломался бензорез, а желательно бы трубу распилить, но, ну ничего, мы все равно ее заберем с собой. Во, вот такая вот находочка, отлично. Во, в копилочку. Вот она, друзья, находочка-то суперская. Вот это да, что-то тут такое хорошенькое. Ну-ка смотрим. О, вау, вы поглядите, как, о, какая она тяжелая-то, вот это да, крутяк, вот туда я, блин, десятку минимум весит, во, у меня находочка, друзья, так, смотрим, опа, это, похоже, лента транспортерная, во, какая длиннущая, во, отлично. Вот так вот. Во. О, сломалось. Нормально. Ухо. Вот так вот. Здорово. Ищем дальше. Вот здесь сейчас похожу. Немножечко. Принесли мы металл. В санках. Лента транспортерная. Я вам показывал. Вот здесь вот у нас багаж, это в прицепе. Еще длинная труба там лежит. Вот, ну это еще не все, мы еще ищем. Еще только самое утро. Поэтому смотрите. Я думаю, сегодня мы металла нароем здесь. Немножечко почистим от грязи. Чтобы на приемке лишних вопросов не было. О, нормалек. Партии металла, понятно, стянки всякие попадаются, вот ленты транспортерные, так, стянки, вот этих лент очень много здесь, вот они вообще целые санки всякой мелочевки. Что-то сильный ветер поднялся на улице, друзья,
Там, если что, извиняйте за ветер-то, ладно? А самое-то главное, я вам не сказал, какую находку я сейчас нашел. Вот это фартануло, друзья. Если я не ошибаюсь, то я нашел здоровенный движок. И вроде как целый. Но движок не движок. Мы сейчас все загрузим. Выдвинемся туда, и я вам все обязательно покажу. Не переключайтесь. Вот, вот этот, тот самый электродвигатель, который я сейчас нашел. Ну, я так думаю, что электродвигатель. Сейчас мы, конечно, его откопаем. И будем смотреть, что это такое. Кстати, друзья, хочу вам вас это предупредить, кто копает. Сейчас снег растаял, выползли змеи наружу. Сейчас я только что видел двух змей уже. Одна черная, небольшая, ужик, свернулся, на солнышке грелся. И одна какая-то, я не знаю, не пятнистая, с каким-то рисунком, не понимаю. Я этих змей не различаю, я этих змей. В общем, змеи ползают, будьте аккуратнее. Ну, а мы приступаем. И да, не гуляйте в лесу в кроссовках, обязательно сапоги носите. Поздравляйте, друзья, это электродвигатель. Клево. Блин, он весит сотню, наверное, не? Блин. Ну, по-любому его тут не оставим. Конечно. О, я просто счастлив. Рука трясется. От волнения. От волнения руки трясутся. Да. Ладно, будем его как-то вытаскивать, да. Как-то грузить, я не знаю. Ну и тащить к машине. Вот он кабанчик, друзья. О! Да что там, мне кажется, он даже больше сотки весит. Вообще круто. Ой. Погоди, погоди. Ну вот, друзья, как говорится, не отходя от кассы. Вот что тут попадается. Вот такие вот транспортерные пластиночки. Еще один кусочек нашли. Mm-hmm. Вот он. Пожалуйста. Еще такой же кусок. Друзья, скорее смотрите. Поглядите, какие находки. Вот она еще. Вот она какая. Звездочка, что это, шестереночка. Вот железо какое. Все, круто. Ищем дальше. О, еще нашел. Вот оно, железо. Копится. Опа. Что-то такое хорошенькое, да? Хорошее, да. Какие-то уголки. Попробуем вытащить. О. О, вообще здорово. О. Да? Отлично. Угу. Клево. Вот видите, змея вылезла, греется на солнышке. Вот она. И этих змей очень много. Я двух вот увидел. Илюха тоже двух, он чуть отошел в сторону. Тоже, говорит, две прям лежат. Что-то вот, если честно, аж мурашки по коже бегут. Фу, мне так противно, так, о, змеи. Что-то не очень я их люблю. Ну вот, железо потихонечку прибавляется. Вот это вот Илюха нашел. Площадка под электродвигатель. Может быть, даже под этот. Хотя нет, тут поуже. Ищи, Илюха, значит, там электродвигатель где-то лежит. Но... Я сейчас больше, чем у тебя найду. Да. Этот-то не знаю, как загрузить, блин. Тогда. Куда ехать-то? Да, на снежок давай, тут поскользнее будет. Сейчас снял борт задний. Сейчас функция самослава у прицепа есть. Сейчас попробуем наклонить его и двигатель туда закатить.
Надеюсь, получится. Вот так вот удалось нам его туда засунуть. Потом все равно придется разгружать где-то в гараже. Потому что его разбирать надо. Борт на месте. Вот он металл наш накопанный. Сейчас буду от грязи отбивать его и грузить. Отлично. Вот она, наша красавица, звездочка. Звезда. О, блин, весит нормально так. Во. Ничего себе, вы поглядите, что нашел. Лом из арматуры сделан. Из толстенной арматуры, вообще обалдеть. Забираем. Нашел трубу вот такую вот. О, ай-яй-яй. По ноге попал. Во, какая трубища. Отлично, забираем. Нашел трубу. Сейчас новым ломом и вытащим ее. Если получится. Так вот. Ё-моё, что такое, а? Ё-моё. Весь лом согнул. А вот она и труба появилась. Берем. Опа. Отлично. О. Хороший, друзья, у меня здесь сигнальчик сейчас прошел. Сейчас я, наверное, выкопаю это. Так, сейчас. Вот. А, так это хороший сигнальчик. Это лента транспортерная опять. Хорошо, она хорошо весит. Забираем ее сейчас, конечно же. Так, давай. Опа. Ну вот, отлично. Вот оно, железо-то копится, друзья. Видно, что копано. Но все равно сигналы оставлены. Поэтому все, копаю. Сейчас еще проверим. Что-то есть еще, что ли? Давайте скорее смотреть. Ах, что-то есть еще. Случайно не поилочка ли там? Не цепь какая-то вообще. О, цепочку нашел, друзья. Ну, обычная цепь. Здесь еще что-то. Такое ощущение, как будто поилка. Ну, по крайней мере. Боже. Да, друзья, я угадал. Это она и есть, ура! Вот она, друзья. Вот она. Отлично.
весит вообще капец. Так, еще что-то есть. О, еще железо. Отлично. Вот у меня здесь раскопки прям целые. Нашел я опять какая-то трубочка, смотрите, может, нержавейки. Вот опять нашел эти ленты, но они вмерзшие в землю. Опа. Вот они лежат прям здесь связкой, прям пачкой лежат под столбом в земле, и никто их не нашел и не забрал. Вот так вот. А я их нашел и заберу себе и сдам, получу за это денежки. А на эти денежки я куплю себе что-нибудь, а может, даже машину себе отремонтирую. Так что все, буду копать дальше. Вал найден. Отлично. Под зарыть их. Вот такой вот получился у нас результат. Вот столько мы набрали. В основном пластины транспортерные, вот эти вот. Также у нас есть вот такой вот электродвигатель. Вообще он весит точно больше сотки. Нам его вдвоем не поднять. Ну не знаю, по моим, блин, подсчетам так примерно, ну 150, наверное, весит. Вот, вообще круто. Зачетно сегодня получилось, в общем, коп удался. Все, друзья, сейчас мы едем на приемку сдавать металл. Время уже 5 вечера. Надо успеть на приемочку. Ехать надо тихо-тихо, дорога не очень, но это ладно. Все, не переключайтесь, смотрите окончательный результат. Что, друзья, заработали мы сегодня денег. Держи пока. Держи. Поехали. В общем, получилось у нас сколько килограмм-то? 510 килограмм по 21 рублю. И заработали мы 10 150 рублей на двоих. В общем, и это еще не все. У нас остался еще электродвигатель, который весит 130-150 килограмм вот в этом где-то вот промежутке. В общем, вот такой вот получился у нас коп. Мы довольны, уставшие, но довольны. В общем, ладно, всем, кому понравился ролик, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Да, кстати, возможно, вы еще увидите, сколько мы заработаем на электродвигателе на этом, сколько там будет меди. 130 где-то, 150 килограмм он весит. Ну что, клево, что? Отлично вообще. Отлично. Так что все, друзья. Всем счастливо. Всем пока. Всем пока.